Так, всем привет! Сегодня покажу, как сделать хреновину, которая простоит 3-4 месяца. Для этого нам понадобятся сами помидоры. Здесь примерно 5 килограмм помидор. Вот такое количество чеснока. Здесь 6 крупных головок чеснока. Ну и хрена здесь примерно полкило. Мясорубка. Сейчас начнем. Для начала я все почищу. И потом далее начнем. Ну вот, как видите, вот столько помидор у меня вышло. В общем, срезал я с них жопки. Большие помидоры порезал пополам, как видите, чтобы они залезли непосредственно в мясорубку. Вот столько получилось чеснока и хрена. Сейчас все перекрутим. Мясорубку поставил на возвышенность, чтобы в кастрюлю могло сразу стекать. Сейчас все перекрутим. После того, как перекрутим, далее покажу, сколько нужно посолить, поперчить и что нужно положить так, чтобы наша хреновина простояла 3-4 месяца спокойно. Ну вот, я все перекрутил, помидоры, хрен, чеснок. В общем, теперь кладем на такое количество хреновины смело 2 столовых ложки соли без горки и столовую ложку сахара. Теперь все перемешиваем это. А также для длительного хранения кладем 3 таблетки обычного аспирина в это. Ну, они растворятся, их даже можно, получается, не дробить. Помидоры — это кислая среда, таблетки быстро растворятся здесь. Хорошо тщательно все перемешать, и ваша хреновина будет храниться очень долго. Также не забудьте поставить под этим видео лайк и подписаться на канал. Всем спасибо за просмотр.